Свекрови Мананы Кумаритовой в этом году исполнилось 85 лет. Как минимум раз в неделю она возит ее к врачам. Дорога для пожилой женщины превращается в серьезные испытания. Ближайшая амбулатория находится в станице Анапской. У нас очень много пожилых людей. И им очень тяжело, во-первых, сесть в автобус, подняться в автобус, а еще оттуда вылезти и вот этот подземный переход перейти. Я работаю здесь в магазине. Все бабулечки в восторге, с нетерпением ждут этой поликлиники. По поручению главы города в хуторе Усатого Балка сегодня строится амбулатория врача общей практики. Площадь нового здания почти 200 квадратных метров. Здесь уже залит фундамент, возведены стены, монолитные перекрытия, утеплен фасад, а также установлены пластиковые окна. Сейчас планируется завершение фасада, устройство кровли. И планируем переходить на внутренние отделочные работы. На данный момент этапы строительства все идут в срок. Уже сейчас готовят списки специалистов, которые будут принимать хуторян. Известно, что в этом здании будут находиться кабинеты терапевта, педиатра и комната вакцинации. Узкие специалисты будут приезжать сюда из амбулатории станицы Анапской. Будем стараться организовывать выездные приемы невролога, эндокринолога, кардиолога. Планируется развернуть дневной стационар. Амбулатория врача общей практики будет работать полноценно, и мы будем стараться, что и потребности ездить куда-то у жителей уже не будет для получения медицинской помощи. Завершить строительство планируют в декабре. До конца года амбулаторию оснастят и всем необходимым оборудованием. Ника Постенс, Михаил Попов, Анапа регион.